нахожусь на выставке и нашел такую интересную тему для нас, виноградари. А вот дайте этот секатор, который я покупал. А вот он. Покажу ребятам, как он режет. Смотрите. Дай-ка палочку. Дерево такое? Не, глянь. Вот как по маслу. Сейчас, подожди. Вот просто даже, знаешь, дерево, без усилий я не говорю, просто. Я что оно сильно твердое. То есть, ну, тверже будет, ну да, будет тяжелее, но оно будет редко. А вот этот храповый, а ну вот эту толстую. Сейчас. Смотрите, секатор, да? Вот этот 1400 я взял, да, по-моему, а этот? Да, это 1400. Раз, два, три. Вообще, конечно. Класс. Сухое дерево, раз. Вообще никакого усилия. Ну, надо два раза, да? На несколько раз, конечно. Блядь, красота. Принцип пропорезал. Лучше лишний раз качнуть, вот чем этот. Сильнее нажать. А этот просто без, глянь. Вот, простое нажатие. Вот смотрите, неудобно, знаете, когда кустарник, малинник, там, крыжовник, вот такие вот. Вообще, конечно, я. А ну я думаю, говорю, маленькие сучки будет резать. По опыту, понятно. А виноград? Виноград тоже. Виноград что-то толстый, все тонкий, конечно. Глянь, он вообще, он его режет, я даже не чувствую. Вот как украл наш коллега, красный, вот эти самые поезжали, говорят, да? Вот виноград, вот это. Один раз, чтобы чик его и все. Ну вот такие вообще, глянь, я даже... Максимальная толщина вот этот сантиметр. А ну покажи упаковку, как он называется вообще, вот, вот этот. Я, короче, купил, один такой купил с храповым. И один такой, это одна фирма, аллигатор, да? Да, да, аллигатор, именно аллигатор. Берите, в общем, смело всегда. Да, аллигатор. А, не все аллигатор фирмы. А ну упаковка как выглядит просто. Я уже машину отнес, а этот решил видео заснять для меня. Вот так вот он выглядит, смотрите. Это не реклама, а то подумайте, что я тут рекламирую кого-то. Нет, это вообще абсолютно я первый раз вижу человека так, просто. Пилу, да? Да, пилу. Да. И вот. И вот за 1200. Чик. И чик, какой еще? Чик, вообще. Вот такой. Класс. Вот такой. Ну, давайте. Который не сильный, поменьше. С храповик. Блин, он даже это отпиливает. Я думал, он его не возьмет, а. Это вообще что-то нереальное. Блин, одной рукой неудобно снимать пока. Это просто для пилы. Вот, вот здесь лишний. Не, я хотел это, прям. Это здоровое слишком. А я вот именно хотел. Не, он просто. Вообще, конечно. А где этот красненький, а? А вот этот, да? Я... Да? Ну, дай, конечно. Вот это режь, то не режь. Вот, да, я просто неудобно одной рукой мне держать. Точилка для ножей. Глянь, пятачки срезает, а? Вообще. Слушай, это дерево такое или... Или секатор? Какое дерево такое? Ну, вы знаете, навряд ли, что у нас уже будет. Блин, вообще, он как... Он как по маслу его режет. Дайте, я вам покажу. Вы снимаете еще? Вот, смотрите. А ну. Доску режет, видели? Доску. Доску. Как секатор проверить? Вот, смотрите. А ну. Секатор проверяется на бумаге всегда. Секатору уже 2,5 года. Офигеть. До сих пор режет. 1200 это цена вообще. Офигеть. Даром. Да, да, да. Это да. Оптовая цена. Вообще класс, конечно. Все, спасибо. Пожалуйста.